В Люберцах стартовал конкурс среди учителей и воспитателей «Педагог года 2020». На этот раз за звание победителя муниципального этапа поборются 34 участника. Проект пройдет в три тура. Учителя покажут учебное занятие и внеурочные мероприятия, а воспитатели выступят перед жюри с творческой самопрезентацией. По итогам первого этапа определятся полуфиналисты, которые продолжат борьбу за выход в финал. Что отрадно, участниками конкурса все чаще становятся представители нового поколения учителей и воспитателей. Есть среди участников молодые люди, которым еще не исполнилось даже 30 лет, но они уже имеют и опыт, и готовы с ним поделиться. Финал конкурса состоится во Дворце спорта «Триумф» в январе 2020 года. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.